знаешь, что такое контртрансференс? Это термин в психологии, когда врач начинает испытывать чувства к пациенту. Ты сама не понимаешь, во что ты ввязалась. Санта, ты не знаешь, кто нам платит? Она хочет увидеть его. Она умирает. Вот это дело мои вещи. Умели тебя из комнаты. Ты для меня весь мир. Никогда я вообще не сплю. Пишу во сне. Прикасайся, блядь. Прикасайся, блядь. Даже если ты сейчас ничего не помнишь, мозг может образовать новые связи. Все получится. Эльза, помоги Николя. Эльза, помоги Николя. Николя.